Не дремлют даже в период пандемии. В последнее время правоохранители зафиксировали несколько преступлений по факту мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами по телефону, при этом у людей высвечивается номер банка. Под предлогом предупреждения мошеннических операций преступники просят полный номер банковской карты из 16 цифр, инициалы владельца, код безопасности, а также одноразовые пароли, отправленные в СМС. Получив доступ к счетам, злоумышленники делают переводы и выполняют онлайн платежи. В этой связи полиция призывает граждан никому не сообщать свои данные и данные с банковских карт. Кроме того, не следует передавать их посторонним или же оставлять на виду. Также стоит проверять ежемесячную выписку со счета.